участке предполагается разместить детский сад. Это основное здание детского сада. Оно трехэтажное. И это блок А и блок Б. Это двухэтажное здание с бассейном. На участке предусмотрены прогулочные площадки для детей согласно норм и прогулочные веранды. Основной заезд предусмотрен с улицы Граничной, и заезд есть с улицы Народной. Часть домов там находится в аварийном состоянии. Проблемы с этим не должно быть, потому что у нас работ по забивке свай, либо каких-то максимально таких шумных нет. Предусмотрен ленточный фундамент, соответственно, на блоках ФБС. То есть он никаким образом не повлияет на конструкцию существующих домов.